недоволен он, что его отлучили от общения со святыми. Вот что ему можно сказать? Он тут учил, заходил всех. Еще не ладно-то. Отлучили, говорит, от общения со святыми. Я не знаю. Не дают. Он меня кое-что спрашивал, я ему отвечал отдельно. А что неладно у него было-то? А кто отлучил его? Я думаю, что они могли бы сказать, что неладно сделал-то, как-то поговорить, как отлучили. Учил всех. Так его что, сейчас здесь нету? Нету, его уже давно нету. Он учил, тут поучал постоянно, его сказали, что пока учить вам рано, но он с этим не смирился. И ему сказали, пока тогда в группу доступ закрыт. Может быть и так. Я не могу на этот вопрос ответить, потому что мне неизвестно это. Я очень и очень занят. Вот сейчас 123 занятия, надо оканчиваю, наверное, сегодня. У меня же глаза ничего не смотрят. Поготавливаем к этому проповеди во свете Святой Библии. Это пятый том будет. 1365 страниц. Вот так. Это каждую букву надо проверять было фактически. Ну все тогда. Выходите как-то его на. Да я недавно он что-то спрашивал, я ему отвечал, он благодарил. Не больше недели назад прошло. Все, помоги, Господи. Отошел.